Всем привет, я Фарис Мамедов, вы смотрите «Твой интерьер» на FM Live. Сегодня мы идем в гости к декоратору из Алматы, посмотрим кухню-гостиную, а также узнаем, как сделать настенный декор из кованого водостока. Интересно? Не переключайтесь. Примерно 3-4 раза в год мы делаем ремонт. Оригинал стоит типа 12 тысяч евро. Несколько дней назад у нас в доме появилось мусорное ведро. Тоже может выглядеть нормально, симпатично. Самый лучший в мире материал. И он покупает в городе практически все. Это вообще кованый порог. Людям страшно. Хочется это увидеть. Всем привет, меня зовут Настя. Добро пожаловать в мой интерьер. Примерно стоимость ремонта, наверное, сейчас уже где-то 15-18 миллионов. Вот. Но когда мы только сюда въехали, сделали первый ремонт, у нас, в принципе, хватило денег только на выравнивание стен, электрику, проект электрики и напольное покрытие. Это можно сказать, что сначала было 3 миллиона, но со временем все увеличивалось, и сейчас уже квартира... За 5 лет доросло. Доросло еще как. И, как я понимаю, вы в постоянном процессе изменений, то есть на месте не стоите, что-то каждый раз добавляется, меняется. Да, я очень люблю перемены, я очень люблю изменения, я очень люблю современные тренды, тенденции, веяния, течения и так далее. И также я люблю смену времен года, поэтому дома у нас бесконечно меняется декор, текстиль. Примерно 3-4 раза в год мы делаем ремонт. Это, наверное, многие сейчас шокируют. Это кошмар, да, многих людей, большинство. Ну, у нас все проходит всегда очень быстро, 4-7 дней максимум, потому что, ну, большой опыт, организованность, все это есть. Где планировку вы здесь сделали? Или вот нет. Как вот было от застройщика? Это была любовь с первого взгляда, это квартира, когда мы еще с мужем жили на съемной квартире. В общем, искали варианты, и я тогда еще не знала, какие планировки считаются удачными. Но сейчас, прожив в этой квартире 5 лет, я поняла, что это просто безупречная планировка. Нормального размера спальня, отличного размера кухня-студия. Я люблю только кухню-студию. Затем у нас при такой небольшой, ну, сравнительной площади, есть кладовка, две гардеробных. В данный момент я могу назвать себя декоратором. Не хочется называть, но так оно есть, дизайнер интерьера. SMM-специалист это, безусловно. Фотограф, видеограф. Ну и я добавлю, автор самого известного блога об интерьерах и дизайне в Алматы. Да. Да. Хорошо, ну и теперь начнем румтурить. Мы сейчас находимся в кухне-гостиной, да? Это место, наверное, которое каждый ваш подписчик Инстаграма знает уже наизусть, потому что миллион прекрасных кадров со всех ракурсов было опубликовано. А теперь посмотрим изнутри все. Кстати, не со всех ракурсов. Есть один ракурс, который никогда не публиковал. Значит, сегодня будет эксклюзив. Сегодня будет невероятный эксклюзив. Я просто пообещала, что когда-то я это покажу людям в страшно. Хочется это увидеть. Поэтому досматривайте до конца, не переключайте, и вы узнаете первыми. Сразу хочу задать вопрос касательно кухни. Вообще, из чего она сделана, да? Сколько она стоила по деньгам? Тоже это немаловажный момент. И что же она в себе таит интересного? Вообще, вот то, что вы видите здесь, то, что выложено кафелем, это вентиляционный короб. И когда мы заехали, в черновом варианте он был здесь до конца. Но я до этого уже знала, что бывает такое, что здесь образовывается пустота и просто закрывают гипсокартоном. Поэтому я попросила рабочих вскрыть и посмотреть, что там находится. И благодаря этому нам удалось выкрыть здесь такую нишу. Вначале у нас не было особо средств, и мы купили кухню IKEA. И здесь просто из гипсокартона сделали полочки. А на этом месте стоял небольшой сервантик, и кухня заканчивалась вот где заканчивается плита. Позже, когда я начала развиваться в своей профессиональной деятельности, супруг начал заниматься профессиональной деятельностью, мы, ну, после студенчества, вы знаете, сначала непросто, потом... Встаешь на ноги, да. Я захотела классную современную кухню со всеми штучками. Вот, начала искать разные компании. Сначала наткнулась на одного, потом на второго, потом решила обратиться к мебельщику, с которым уже много лет сотрудничала. Вот, думала, что это просто предел мечтаний, и уже практически заказала ему кухню, должна была внести предоплату. И вот, представляете, еду я по пути к нему, совершенно случайно
встала в какую-то пробку, открыла Инстаграм, нахожу компанию Freestyle. А я ехала, ну, к мебельщику. И такая думаю, блин, я, в принципе, недалеко заеду, вы представляете, Фарис, я приезжаю. Я просто в шоке от выбора, от всех штук, которые есть, от фасадов. Решила сразу поискать отзывы в интернете. Ну, знаете, мало ли, я веду черный список, белый список. Кстати, вот, кстати, на отзывах у нас в Алмате, на самом деле, с этим очень все не весело, потому что, когда начинаешь искать в Google что-то, какие-то компании, то либо, очевидно, подкупные отзывы, да, либо вообще ничего. Да, да. Это большая проблема. И причем я стала замечать, что подкупные, они очевидно подкупные. Да, да, потому что даже люди не стараются что-то в фантазии проявить. Да, 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 да. И, знаете, есть такой лайфхак, как выяснить, подкупной или нет. Обычно они делаются с фотографиями. Вот, может, для скриншот этой фотографии, кадрировать и просто поиск по картинкам сделать в Гугле. И чаще всего вы увидите, что человека одновременно зовут Владислав, Игорь, Петр и так далее. И он покупает в городе практически все. И везде. И везде, да, и всегда очень доволен. Какой неприхотливый человек, просто мечта любой компании. Да-да-да. Сначала я думала, что в эту нишу сделаю шкафчик просто. Про эту нишу я как-то забывала, там стоял любимый мной сервант. И я подумала, ну зачем его куда-то девать, зачем его убирать. А потом, когда первый раз приехали в Freestyle на замеры, мы как-то вместе так, знаете, посмотрели на все это и поняли, что кухню можно сделать симметричной. То есть, если обратите внимание, у меня все по принципу асимметрии дома. И мне хотелось такой, как бы, островок уравновешенности сделать в квартире. И я решила, что это будет кухня. Вот, и таким образом они смогли идеально, буквально миллиметр в миллиметр, вписать кухню, вписать этот пенал и вписать его здесь. То есть они полностью симметричны, да? Они полностью симметричны, удивительным образом вот так все сложилось. А из чего сделаны фасады? Потому что фасады тоже такие необычные. В общем, это МДФ, но назвать его крашеным нельзя, потому что он сам по себе черный пропитанный, то есть он покрыт, конечно, просто лаком прозрачным, матовым, но в целом он, это такая пропитка, то есть если условно его разрубить пополам, да, вы увидите, что он черный полностью внутри. Вот, и мне очень понравилась его такая необработанная текстура, то есть был вариант его покрасить в черный цвет, сделать там глянцевым, да, и так далее, сделать однотонным. Мне очень понравилось, что в текстуре есть такие мелкие детали, такие частички, отсылающие в эко-стиль. Учитывая, что фрезеровка очень такая ультрасовременная, мне захотелось еще эко-стиля такого добавить. Из чего сделана столешница? Столешница – это моя любовь, это моя большая любовь. Это настолько мне она нравится, что я ее сейчас всем рекомендую. Это кварцевый камень. На сегодняшний день самый лучший в мире материал для столешниц, потому что его невозможно поцарапать, его невозможно порезать. Она не пористая? В смысле, это, например, да, вино, структура не пористая, она не впитывает ни пигменты, ни оттенки, ни масла. На карантине, честно вам признаться, протестировали мы не раз, когда я что-то делала из свеклы, забыла, знаете, просто привыкаешь, уже становишься безалаберная, или клубнику забыли там на 2 дня. Ну, да, бывает. Ну, не я это сделала, вы понимаете. Все, окей. Да, вот, и просто протираешь тряпочкой, и ни следа. У меня до этого была деревянная столешница, это... Ну, да, это все равно всегда остается. А вот это вообще натуральный мрамор, островок из него. И мы, в общем, уже его много-много раз полировали, но каждые полгода он нуждается в хорошей полировке, потому что при использовании он царапается, он все впитывает. Остров это тоже Freestyle или он у вас уже Нет, был? Нет, остров у нас уже был, мы решили его не переделать, потому что сам вид этого камня я очень люблю. То есть это, по сути, является обеденным столом, да, у вас? Это у нас обеденный стол. Он статичный или он передвигает? Он статичный. Под плиткой это откуда? Это керамогация плитка. Угу. Радиаторы перекликаются с фасадами, да? Вот, именно поэтому мне Freestyle предложил вот такую фрезеровку, чтобы они не перекликались. Хорошо. И я еще обратил внимание, что у вас нету вытяжки. Да. Да. То есть вот есть стандартная, да, которая встроенная. Да, ну, вентиляционная отверстие, да. И все. Этого более чем хватает. Она очень хорошо вытягивает, квартира шикарно проветривается. Ну и плюс у нас с мужем такой образ жизни. Мы готовим
30% времени, 70% времени это в основном мы едим где-то или заказываем на дом. Но эти 30% это что-то очень простое. Не боурсаки. Да, не вообще не боурсаки. Рыба, морепродукты, ну вот. Ну и самое интересное, что всех всегда интересует, очень это наполнение фурнитура. Ну, ручки итальянский бренд Базетти Морелла, причем вот этот не открывается часть. А, это фальш-панель. Это фальш-панель, открывается с этой стороны. Мы можем показать, что где хранится устроено? Так, на бум, срач. Ну, ничего страшного. Меня заворожили. Срач все всегда любят. Это зато натурель. Вот. Угу. Это все выдвигается, правильно? Да, это все спускается. Вот так. Да. Круто. Фиксируется. Здорово. Вот, и потом выезжает наверх. Всегда казалось, если честно, что чем сложнее фурнитура и все вот эти штучки, тем реже ты им пользуешься. Пользуюсь постоянно. Я, так как я уже знала, чего я хочу от кухни, и знала свои пищевые привычки, и знала, как я пользуюсь, я постаралась минимизировать время, которое провожу на кухне. Условно, когда у нас была кухня IKEA, не было вот выдвижных всяких организаций, там, под специи, вот это все. Готовка у меня примерно в два раза больше занимала. И уборка после этого, потому что все сначала достанешь, вот принесешь, потом все нужно убрать. То есть у вас это не чтобы было, а потому что это как бы активно используется? Да, да, потому что я этим... И тут, получается, тоже все выдвигается. А, единый фасад тоже, и внутри уже такие? Да, и внутри два ящика. Два ящика. Хорошо. И что здесь тоже? Тут у нас организация по хранению ножи, всякие лопаточки, специи. Здесь же место для доски. То есть все то, что обычно у людей находится. Стоит на столешнице, да? Я этого не хотела, потому что мне нравится кухня-гостиная, и мне нравится, когда кухня не похожа на кухню, а такое единое пространство с гостиной. Это компания Hettich. Вот они, как выглядят. Это немецкий бренд. Да-да-да, и уже я платила... сталкивались. Да-да-да, за каждый ящичек, за каждую какую-то организацию. Отдельно, да? Да, хотела отдельно. Когда мы задумали пенал, первое, что приходит в голову, это открывающаяся дверка, в которой там есть какие-то полочки. Но, во-первых, я сразу подумала, что будет сложно с верхних полочек что-то доставать. А во-вторых, дверка, если бы открывалась сюда, она постоянно выбилась. Она да. Тоже, чтобы ты подумал, да. И я даже не знала на тот момент, что есть петли с открыванием на 180 градусов. Я вот, опять же, тут беспорядок, я не думала, что мы внутрь заглядывать. Но вот она полностью открывается, ни обо что не бьется. И здесь мне сделали очень удобные ящики. Ящики с доводчиками, которые просто выезжают. Да. У меня очень много сейчас посуды, потому что мы собираемся строить дом, и я покупаю и покупаю. И тогда еще один вопрос, который тоже не может не волновать, учитывая все вот эти вот крутые фурнитуры, да, умные. А я знаю, о чем вопрос. Да, сколько такая кухня обошлась? Я писала все это в Инстаграме со столешницей, по-моему, она обошлась то ли 1 400 000, то ли 1 600 000. Скажу сразу, без вот этого внутреннего наполнения, она бы мне из такого даже классного МДФ обошлась бы в 500 000. Ну, то есть из ЛДСП вообще там, по-моему, 250-300 000. Сколько погонных метров здесь? 2,2. Я придерживаюсь мнения, что есть в квартире, в доме, да, какие-то вещи, которые становятся инвестицией. То есть есть то, на чем можно экономить, есть на чем не стоит. Вот кухня, это, опять же, по опыту IKEA, по опыту моих родителей, я вижу, что на кухне экономить не стоит, потому что проходит 2-3 года, знаете, как могут фасады рассохнуться, разбухать и так далее. Столешница теряет свой внешний вид, и это все выглядит неопрятно, некрасиво, не приносит удовольствия, поэтому в кухню, в напольное покрытие, я считаю, нужно инвестировать. Привет! Я снимаю видео про интересные интерьеры не только в Алматы, но и в других городах и странах. Поэтому, если ты хочешь стать героем моего обзора и поделиться с миром своим интерьером, пиши мне на почту или в Инстаграм. Ссылочки сейчас будут вот здесь всплывать, также в описании под видео. И, возможно, следующий рум-тур будет именно про твой интерьер. Где же хранится холодильник? Та-дам! Он в нише. Да, тут есть целая история с ним. Изначально никакой ниши не было. Она вообще появилась только в прошлом году. В мае, как раз во время создания моего блога. Я поняла, что мне надоело, что я вижу холодильник, когда сижу на диване. Мне просто его вид очень сильно смущал. Финансово могли себе позволить и СМЭК, но у многих наших друзей техника от СМЭК, она красивая.
и холодильники красивые. Но именно когда смотришь на него сбоку, с торца, это он просто такой, холодильник. Какой-то Да. Вот, и плюс я люблю, чтобы в интерьере учитывались разные уровни. А холодильники же не делают до потолка. Они делают, ну скажем, 1.80 м, да, там 1.60 м. И я представила, что даже крутой, классный холодильник за хорошую кругленькую сумму будет стоять, и все равно меня будет раздражать. И я поняла, что единственный вариант – это скрыть стеной. Мне кажется, это вообще здоровское решение. Вы знаете, нам очень быстро ее сделали, за 3 дня. Это ГКЛ? Да, это гипсокартон, причем уже на деревянном полу изначально. То есть ничего не долбили, все очень чисто прошло. Мы вот так вот пленкой закрыли закуток, и грязь сюда не проникла. Холодильник небольшой. По казахстанским меркам и по казахским меркам это холодильник даже, наверное, холодильником не считает. Потому что, так как я занимаюсь консультациями по декору, по интерьеру, прихожу в разные дома, я вижу, что у людей 3-4 холодильника плюс 3-4 морозилки. Это я говорю о двухкамерных холодильниках. Вот, но у нас всегда 50-70% холодильника свободно, опять же, потому что мы в основном едим не то, что мы готовим, а то, что там заказываем, покупаем. И плюс, ну, остальную часть занимают цветы. Это лайфхак, как сохранить цветы, чтобы они в 2 раза дольше стояли. На ночь нужно их убирать в холодильник. Вот у нас, в принципе, в основном холодильник пустой, поэтому все практически цветы, букеты я могу убрать, да. Там отдыхают, да? Да. Наслаждаются прохладой. Поговорим по отделке. В принципе, кухня и гостиная здесь отделка единая, да, на стенах и на полу. Везде все так же, как здесь. Вот недавно, после последнего ремонта, здесь появились красивые МДФ-панели с медальонами. Угу. Откуда заказывали, кто делал? В общем, я заказывала у компании, о которой я не хочу говорить, потому что в итоге я недовольна их работой. Это был самый сложный ремонт для нас. Первый, наверное, в жизни такой, который вместо 2-3 дней растянулся на 3 недели. Знаете, вы говорите, ремонт 2-3 дня, но я думаю, для многих это кажется что-то нереальное, потому что ремонт это ремонт. Борис, я вам расскажу. Вы, подготовившись к ремонту, купив сразу все материалы и имея на объекте не одного мастера, а 3-4, вы одновременно, например, меняете плитку в ванной, одновременно клеите обои там в гостиной, одновременно красится у вас коридор. Угу. Ну, это не на самом деле не... Мобилизация времени, да? Да. Я знаю, что многие любят сэкономить, пригласить одного специалиста, и он им там 2-3 недели вот это все делает. Ну, это уже вопрос возможностей финансовых. Нет, на самом деле я не скажу, что это выходит дороже. Просто, может быть, из-за того, что я давно работаю с бригадами, я уже знаю примерно, ну, то есть, мой последний ремонт, давайте вам перечислю, что я сделала. Я отодрала старые обои в санузле, наклеила новые, полностью здесь поменяла плитку на кухне с подрезкой, ну, в общем, с применением воды, потому что плитка глазированная. Окрашивание в 4 слоя коридора, перекрашивание полностью стен в этой комнате, выравнивание, зашитие, расшитие трещин в коридоре. Ну, в общем, целый объем работы, заплатил 80 тысяч. За работу? За работу. Мне кажется, это вообще не вообще просто невероятно, невероятно. Вот. Видите, здорово. Просто организуя все это, можно просто делать быстро. В общем, просто нужно знать правильных рабочих и подходить с умом. А стены здесь просто покрашены или тобой под покраску? Нет, это просто выровнены смесями, не гипсокартоном. И просто окрашены краской, хорошей, моющейся. Как краска называется? Вы знаете, я забыла название. Она еще с частичками бриллиантов. Звучит круто, я знаю. Она тоже не стоит дорого, она в обычной ценовой категории. Пока мы еще не отошли от кухни далеко, хочу спросить про освещение. Здесь есть вот такие две, как будто бы ретро-люстры, да? Они не как будто, это советские. Да, очень давно. Знаете, Борис, я очень люблю вообще советское стекло. И на самом деле сейчас современные европейские и американские дизайнеры один в один копируют узор каждой стекляшки. То есть вот эти люстры, эти светильники вы можете увидеть в современных коллекциях европейских дизайнеров. Но если у нас на OLX я их нашла, по-моему, за 18 тысяч каждую, то как-то я наткнулась на сайте на что-то подобное, и они стоили уже по 7-8 тысяч евро. Ну,
В общем, ребята, OLX наше все. OLX, честно, кладезь всего крутого, классного. И вот здесь над рабочей зоной тоже у вас такой интересный светильник. Немножко, как будто бы даже лофт. Да, это IKEA. Корзина тоже заслуживает внимания. Отдельно стоит, не спрятана, как обычно у всех. Это не корзина, да, это мусорка. Я всем... Полноценный бак. Да, он удобный, большой, и тем, кто не хочет тратить на это место под раковиной, вот я, например, не хочу, у меня здесь открываются ящики, они функциональные, что один, что другой. Вот. А мне кажется, что, как сказать, мусорное ведро, оно тоже может выглядеть нормально, симпатично, стильно. Вот. Откуда? Его я нашла в... Просто в интернете. Ну, какое-то время я поискала, потому что я хотела черное, лаконичное, прямое, как такой тубу. Ну, прям такой тоже отдельный арт-объект получился. Да. Своеобразный. А сколько обошелся по деньгам, если... Ой, он вообще классно, стоит 26 или 28 тысяч. И стульчики? Стульчики – это полубарные, кожа с деревом. А это компания Mason House. Mason House, как правильно произносить. В Алмате тоже можно купить. Да, в Алмате они привозят на заказ. Угу. Почему полубарные? Тут такой был нюанс. Сначала мы заказали этот стол. Это было года 3 или 4 назад. И у нас были стулья от IKEA. Мы не предусмотрели, что вот эту вот нижнюю часть, в которой ящики, она слишком низкая получилась. Стало неудобно сидеть ногам. То есть там сидеть ногам. Да, да, у меня тут два ящика. Угу. Вот, и мы начали думать, а как вообще поступить? Подпиливать стулья, что ли, чтобы удобно было сидеть? Потом совершенно вот случайно, в прошлом, по-моему, году, или в начале этого, я наткнулась на полубарные стулья, именно необходимой идеальной высоты для нас. В общем, все стало на свои места. Ну, здорово. Хорошо. А про пол вы говорили, что пол деревянный? То есть да. Это не ламинат и не паркет, да? Да. Это прям доска? Это чистое дерево. На самом деле, это такой... бюджетный вариант. И, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что пол сейчас, как вы видите, стал таким только год назад. Потому что до этого у нас весь деревянный пол был покрыт белой краской. Каждый год, когда он был белый, мы снимали краску и наносили заново, чтобы всегда был чистый белый цвет. А вот в прошлом году почему-то решили снять полностью краску, и только одна компания согласилась нам это сделать. Остальные нам сказали, нет, невозможно. Ну, он вот. Сейчас покрыт лаком? Он сейчас покрыт лаком матовым. Насколько практично в уходе? Никакой разницы я вообще не замечаю. В смысле, чтобы вы понимали, мы разливаем на пол абсолютно все. Собачки опять, да? Собачки, когти, все что угодно с ним может происходить. Я никакой сложности не вижу. Плюс я люблю, когда материал живет. Да, ну и это сразу ощущение какого-то своего тоже частного дома, да? Да. Не многоквартирного. Да. Хорошо, плавно переходим к гостиной, которая наполнена декором, цветами. Всем интересным. Давайте расскажем. Буквально несколько дней назад у нас дома появился телевизор. Боже, я даже не заметил. Вы даже не заметили. Это вот картина. Я так и поняла, что вы даже не заметили. Карантин на самом деле очень сильно сказался на всех, вы сами понимаете. Конечно, да. И когда мы были все закрыты, у нас не было телевизора никогда. То есть мы с мужем в этом году 9 лет как вместе, и телевизора не было никогда. И, ну, всегда, когда мы с мужем разговаривали, я говорила, понимаешь, я вот как декоратор, я не могу, чтобы черный прямоугольник посреди стены там висел или стоял, это ужас. И мы особо и не хотели. А сейчас у нас появился PlayStation. Ну, понятно, да. Вот, в общем, и... условия обязали. Условия обязали, и я узнала, что есть такие телевизоры, которые становятся картинами. Угу. То есть, если вы приглядитесь, подойдите поближе, вы обратите внимание, что он не просто матовый, но у него такая текстура мазков. И я могу установить, мы купили платную подписку на картины, я могу установить, в принципе, что угодно, и какое-то культовое искусство известное, какие-то фотографии и так далее, и он прям вот за несколько секунд делает их матовыми, и вот очень мне нравится. Как... Я видел подобные телевизоры в программе «Квартирный опрос», они постоянно их используют, очень часто, точнее, вот, но мне всегда было интересно, то есть, этот телевизор позиционируется обычно как вот картина, но при этом он же включенный, он же тоже тратит электроэнергию. А он в этом формате, он считается выключенным. Сейчас? Да. И то он сейчас ничего практически не тратит? Ничего не тратит. То есть вот так вот он горит весь день, может гореть у нас всю ночь, он практически ничего не тратит. Он в темноте
горит спецсмысл? В режиме картины светится? Он светится, но он адаптируется к окружающей среде. То есть он, и когда мы смотрим фильм, картинка адаптируется, и в этом видео он тоже адаптируется. То есть сейчас он значительно менее яркий, чем вообще он является. Хорошо. Ну и раз мы заговорили про эту зону с картинами, расскажите, откуда здесь, что откуда, кресло, ракушки, подушки, картины. Я поняла, что я очень люблю говорить, вот только что. Это прекрасно, мы любим слушать. Когда мы приняли решение, что у нас появится телевизор, я стала думать, а где он будет у нас стоять? Ну, у нас не приспособлена квартира для телевизора. Я стала думать, господи, это нужно ТВ-тумбу искать. Как это вообще будет происходить? ТВ-тумбы, те, которые мне нравятся, они тоже стоят там 1000, 2000, 3000 долларов, да? И я подумала, телевизор сам хорошо, да, стоит? И дополнительно еще ТВ-тумбы. Потом я подумала, нет, я пойду другим путем и попробую сделать так, чтобы никто, кто приходит к нам в гости, включая нас с мужем, не осознавал, что на стене телевизор. Вот как вы зашли, да, и не поняли. Да, я даже не понял, честно. Потому что здесь стоит не ТВ-тумба, а здесь стоит кресло. Можно на нем сидеть в цветах. Я люблю посидеть, почитать, включить там торшер и так далее. Я решила вписать его с помощью картин. Какие-то картины я нашла на блошином рынке. Вот эту картину я привезла из Парижа. Вот эта картина стоила, по-моему, 3000 тенге на местном блошином рынке. Это старая медная советская, как сказать, гравюра. Ну, в общем... Вот, это постеры два, я купила их недавно, они мне очень понравились, минималистичные. Вот. Подушка-ракушка, которая на кресле, это она куплена на Wildberries. Она там позиционируется как игрушка для детей. Ну, прикольная игрушка. Кресло я сделала на заказ. Кашпо, это разные магазины. Очень много цветов. Очень, да, много растений. У нас есть в каждом растении такая вещь, как автополив. Они очень дешевые, 1700 тенге, по-моему, леруа стоят 2. И вы наполняете их водой, засовываете, растение пьет, вам только необходимо доливать. Тут у меня сейчас, честно говоря, беспорядок, потому что... Буфет это, да? Да, это буфет, сервант, старинный, я просто покрасила его черной матовой краской. Хочу показать, вот у телевизора один единственный провод, который есть, у него он не включается ни в розетку, никуда, он подключается к такой штуке. Вот она как выглядит, это просто внизу у нас PlayStation стоит. И я провода не успела еще вывести сзади, чтобы не было видно. Но То есть эта штука, это часть телевизора, да? Это часть телевизора, это его, как называется, мозги, благодаря чему есть доступ к программам, ко всяким штукам и так далее. А, то есть получается там нет вывода на розетку, да? Нет, вообще, да. Только вот с этим... Это, мне кажется, еще очень удобно, потому что не нужно, ну если не сделали розетку, не нужно ничего штробить. И у него вот этот прозрачный, тоненький, невидимый провод, он очень длинный, то есть можно даже в соседнюю комнату перенести. Еще здесь тоже люстра, тоже ретро, да? Да, этот светильник тоже советский. Вот, нашла его. Плафончики родные? Да, все родное я нашла на блошином рынке в идеальном состоянии. Года 3 назад, не так давно мы его повесили, но я хочу теперь сделать такую розетку. Ну, то есть на... Выделить, да? Да. Хорошо. И на этой стене тоже очень такой необычный диван. Знаете, не часто увидишь такой диван в квартирах. С таким количеством подушек, зеркал и всего-всего вокруг. Расскажите, это прям какой-то, знаете, такой будуар получается. Да. А вы знаете, мы с мужем договорились, что мы чередуем выполнение желаний каждого из нас. Один ремонт полностью, как я хочу, делаем. Второй ремонт полностью, как он хочет и так далее. Сейчас, наверное, ваша очередь. Сейчас моя очередь. Год мы прожили с диваном тыквенного цвета, угловым. Я не люблю угловые диваны. И мне прям было сложно с этим угловым диваном. Он мне вот... Мне немножко глаз дергался. В смысле, я его, конечно, вписала, он выглядел красиво, я его очень любила, с одной стороны. С другой стороны, просто мне сложно, ну... Не то, чего хотелось. Не то, чего хотелось, да. Но закон нашей семьи есть закон, да, как мы договорились, так мы и сделали. И прошло какое-то время, мы тот диван продали, и я захотела диван, на котором можно построить диалог. И я подумала, каким образом это можно сделать на одном диване, потому что обычно, когда сидишь на диване, ты сидишь...
ну, рядом с человеком, да, и не видишь его лица. Да. Либо нужно ставить какие-то кресла. И вот, если вы обратите внимание, здесь можно сесть на один край и на второй, и вы будете развернуты. Но он, сможете, наверное, не раскладывается, правильно? Он, конечно, не раскладывается. Нет, у нас нет необходимости в раскладных вещах. Ну, конечно, декоратор вы, и поэтому декору нужно уделить особое внимание, потому что его здесь очень много. Давайте тоже расскажем, что откуда, что зачем, да, в том числе. А с чего начать? Вот с чего вам хочется. Здесь так много всего, что у меня глаза разбегаются, я не знаю. С чего начать быть правильнее? В общем, посередине антикварное зеркало. Угу. Точнее сказать, винтажное, потому что ему до 70 лет. Угу. А это уже антикварное, ему больше 150 лет, это венецианское зеркало. Оно так и называется. Это вы привозили куда-то или у нас покупали? Нет, тоже? Вы знаете, я нашла у нас в антикварном магазине на Сейфуллина Гоголя. Это вообще кованый порог, сзади которого я приклеила зеркало, сделала две дырки и повесила на стену. Мне очень понравился просто этот узор. И вы знаете, мои подписчики каждый раз у меня спрашивают об этом зеркале и просят его продать. Вот. Это два советских подсвечника, они скорее винтажные. Наверху тоже советский медный подсвечник. Но там свечи не стоят, это просто именно как декор, да? Нет, мы ставим иногда свечи. Мне нравится, что гостиную мы часто меняем. Например, диван, из-за того, что он такой полукруглый, мы можем его вертеть, как нам захочется. Mm-hmm. Мы устраиваем здесь совершенно разные композиции. Он может стоять под телевизором теперь, он может стоять здесь, он может быть спиной ко входу, лицом ко входу и так далее. И мы просто стелим специально, у меня есть подносики под свечи, когда воск капает, чтобы он капал на эти подносики. Все. Хорошо. Ну, сам диван тоже откуда? Сам диван на заказ я делала. Я прям приехала в цех, нарисовала, что мне нужно на полу, они вырезали и все. Сколько пошло сделать диван так на заказ? 450 тысяч. А по срокам? Сроки мебель, к которым обращаюсь, обычно делают за 7-9 дней, но после карантина у него столько работы, то уж 2 недели вышло. Хорошо. Очень интересные торшеры. Такие, как это сказать, в африканском стиле, да, каком-то? Это очень известный бренд торшеров. Но у меня не оригинал, у меня реплика. Вот, правда, реплика один в один хорошая. Вот. Вообще я не очень люблю реплики, я стараюсь инвестировать в оригиналы, но когда я увидела его у Amazon House, я тогда еще не знала, что существует какой-то оригинал. Но недавно, буквально неделю две назад увидела, как выглядит оригинал. И... Сколько стоил? Он стоил, по-моему, ну, около 300 тысяч, 275, что ли. Ну, то есть тоже такая, по сути, инвестиция. Ну, просто оригинал стоит типа 12 тысяч евро. Вот. Так что разница очень большая. Очевидно. Хорошо. Тоже здесь такие вазы, кашпо. Увлажнитель. Увлажнитель, да, тоже очень хорошо вписался в общую картинку. Тоже что откуда, что почем. Это Home Decor, она стоила, по-моему, это кашпо 20 тысяч. И в ней находится кашпо Zara Home, которая стоила 15 тысяч. Home Decor, это у нас в Алмате магазин, да? Да, в Алмате. Вот, это сделал местный безумно талантливый керамист. Его зовут Алексей Карамзин. Я в восторге от этих форм. Вот, заказала у него сразу две вазы, еще классную чашку. Туда вода заливается или это больше такая... Вот да. Цветы стоят живые. Все же цветы у меня живые дома, не использую искусственные. Да, конечно. Просто вот эта вот вторая, которая повыше. У нее нет. Да, она такая больше именно как декоративная. Да, ваза. Да. Вот, свеча Диптик. Это свеча мне подарили. Тоже местный аккаунт я могу найти, если честно забыла, как называется. Это из Интерфуда я нашла, увидела по отличной цене. Постеры? Постеры Home Decor. И вот здесь тоже столик. Это камень столик натуральный, это... да? Нет, вы знаете, мы сначала покупали этот столик и хотели его постелить натуральный камень. Вот. Но это было, знаете, 2 года назад. И что-то до сих пор не дошли руки до этого. И это такая обычная столешница. Вот. Просто нравится очень форма столика, и она подходит теперь к дивану. Очень хорошо. Эвим магазин, знаете? Да. Вот. Да. Их много по городу, в принципе. Да. Ваза – это Zara Home, свечи H&M Home. Это вообще открывашка, но на самом деле здесь так вот все удобно устроено, что мне кажется, можно повесить много крокодилов на стену и сделать то, что очень прикольно. И очень сочетается хорошо с вашим торшером. Да. Пальмовым. Вот, а это перламутровая груша из натурального перламутра. У меня есть еще такой манго. И еще есть вилочка с тарелочкой, тоже из чистого перламутра, который у меня в ванной. Это я купила у подписчицы. То есть это тоже ручная работа получается? Да, это полностью ручная работа. Подушки шили на заказ все? Это розовые, это Zara Home. А эти, да, я шила на заказ.
из испанской ткани. В принципе, здесь вся гостиная такая поддерживается на строение полуокруглых форм. Да, да. Такое обтекаемое. Тут куча всего. Например, это я недавно купила на Wildberries. Ну, не так давно. А здесь тоже мы не говорили про еще торшер, это маленький, да? Это тоже с Wildberries. Mm-hmm. Это тоже, видите, круг, плавные формы, вот это все. Тут он мне разбивает динамику. То есть, видите, здесь прямоугольники. Mm-hmm. И мне нужно было что-то, чтобы, ну, вот, создавшись динамику, нарушало. И вот как раз этот шар здесь выполняет эту функцию и столики. Тут тоже и Zara Home, и Home Decor. Есть и столик из Оникса, ну, в общем, отовсюду. Такой оазис прям. Да, вы знаете, так приятно, сидя на диване, на это все смотреть. Не отвлекает от просмотра телевизора? Разве можно? Не было его от застройщика, подоконника, и поэтому мы думали, что сделать. Опять же, был момент, когда мы были в средствах ограничены, и я подумала, почему не сделать мебельный щит. Деревянный подоконник, в принципе, я дерево очень люблю. И мы просто заказали из мебельного щита, нам отпилили, смонтировали, и мы покрыли лаком. Uh-huh. Но покрыли лаком, про который я прочитала как раз негативные отзывы, что он быстро портится, потому что я хотела, чтобы подоконник у нас старел. Uh-huh. Обратите внимание, что он такой вот весь... Тоже ретро, да? Да, как ретро, такой как покорябанный и так далее. Мне одновременно нравится просто что-то современное, новое там, и так далее. И нравится контраст с чем-то пожившим, с какой-то историей и так далее. Mm-hmm. Из-за того, что мы позволяем ему стареть, мы наоборот даже слишком плохо к нему относимся, mm-hmm. чтобы он сильнее менялся. То есть чем больше он шелушится и трескается, тем лучше. Да, да. На этом наш обзор подошел к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и вы смогли узнать что-нибудь полезное для себя в этом рум-туре. Пишите в комментариях ваши впечатления, ваши вопросы. Мы на них обязательно ответим, все прочитаем, все учтем. Ставьте лайки на видео, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Потому что он уже будет очень скоро, и в нем мы покажем вам оставшуюся часть квартиры. Ну а пока, спасибо всем за то, что были с нами. Оставайтесь с нами на FM Live. До скорых встреч!